Мало времени, давайте по ходу. На что еще, кроме дорог, будут выделяться деньги? Я не знаю, честно говоря. Денег мало, проблем много. Так что посмотрим. Может, государство будет обращать внимание больше на проблемы бездомных животных? Я вам обещаю, как только решим проблему бездомных людей, займемся животными. А может, потратить деньги на развитие АПК? Может быть, не знаю, мало времени, простите. Почему вы так мало общаетесь с прессой? Даже Янукович больше давал интервью. Сравнение, конечно, спасибо. Так себе, но я обещаю. Да просто из-за времени, из-за нехватки его, точнее. Обещаю, найду окошко и встречусь со всеми представителями СМИ, с общественностью, отвечу на все вопросы. Последний вопрос. Пожалуйста. Откуда у вас такой странный автомобиль? Это не ко мне, это к Толику. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ, а что, имею право на животу? Вот тут набью тату, слуга народа. Итак, Сергей Павлович, мы все изучили. На ремонт дороги в Киеве у вас будет 1 год и 1 миллиард. Вы шутите? А я похож на юмориста. Да. То есть нет. Я просто хотел сказать, я не ослышался, вы сказали 1 миллиард? Именно миллиард. Не 2, а 1? Да, именно 1. Почему? Объясните. С удовольствием. Вот, обратите внимание, это известный французский виадук Мио. Один из самых красивых мостов в мире. Нравится? Угу. Да? Вершина строительной и инженерной мысли. А вот более знакомый для вас. Красота. Дарницкий мост. Строился в 2 раза дольше, чем французский. Оттого в 2 раза дороже. Улавливаете мысли? Да. То есть нет, я... А как же мы за миллиард дороги отремонтируем? Качественно и быстро. Еще вопросы есть? Есть. Как же мы за 500 миллионов... Надежно, качественно и быстро. Что еще не ясно? Все не ясно. Как я за 100 миллионов... Надежно, качественно, быстро и молча. Я молчать не собираюсь. Каким макаром я могу за 10 миллионов? Что-то не устраивает. Иди к президенту. Я тут иду к президенту, Николаевич. А ты, как всегда, иди нахуй. Опять 25. Ну, мать, ну что я могу сделать? Ну, такой вот приказ. Денег не дают, зарплаты не дают, а дороги будь добр сделай. Хуй тебе на дороге, Николаевич. Все, объявляю страйк. Пи***ц, блядь. Доброе утро, Сергей Викторович. Доброе, что на этот раз? В смысле? Просто в каждом твоем «доброе утро, Сергей Викторович» есть нотки растерянности, паники и легкого шока. Вот я и спрашиваю, что на этот раз? Круглый стол с арабами, делегация из Кореи или, может быть, ужин с итальянцами. Прошу. Хуже. Вам предстоит настоящий экзамен на профпригодность. Нас пригласили в гости. Завтра в индийском посольстве состоится встреча с атташе по культуре. Не вижу ничего страшного. Черный костюм – классика, беседы на отвлеченные темы, никаких анекдотов, правильно? Как вам сказать? Не совсем. Ох, ё-моё! Индийская культура своеобразна и многогранна. Вам нужно очень хорошо подготовиться, чтобы произвести впечатление на индийского атташе. Имя есть у этого атташе? Конечно, Минакши Шукхават. Как? Минакши Шукхават, можно проще, мисс Шукхават. Не сказал бы, что это проще, конечно, но... Подожди, стой, а что, мисс, она что, женщина, что ли? Она не просто женщина. Она племянница индийского миллиардера Мухаммада Шукхавата. Если вы ей понравитесь, страна получит выгодный контракт в машиностроении. Насколько выгодный? 20 миллиардов.
Я тебя внимательно слушаю. Борис Петрович, мне так приятно, что вы выделили время для меня. Я знаю, какой вы, ну, пожалуйста, занятой человек. Ну, поэтому без всяких там вдоль да около. Давайте сразу перейдем к важному вопросу. Мне было приятно с вами поболтать. Мне так жаль, что вы уходите. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. А что мы тут делаем? Ой, Васька, привет. Как у тебя дела? Как ты? Не уходи от вопроса. Ты что, я никуда не ухожу. Ну? Смотри, я вот только пришла. Кофейку. Ну, хвати. Или, может, ты хочешь? Нет, пей. Да? Что это такое? Это не мое. Боже, это, наверное, я забыл. Это что? Вась, это личное. Оно тебя вообще никак не касается. Светочка, в последнее время, мне так кажется, мне касаются все твои дела, которые потом в нашей стране могут вылезти боком. Хорошо. Значит, я решила заняться бизнесом. Что такое? Бизнес. Бизнес. Ты? А я не могу в нашей стране, да? Мне надо, наверное, сначала было кому-то там занести. Васек. Не поясничай, пожалуйста. Каким бизнесом? Кося, никакого криминала. Я буду шить. Ты. Единственный раз, когда я видел иглу в твоей руке, ты была под капельницей. Так я же не сама. Нет, ты чего? А кто? Ну, для начала, не знаю, будет 2-3. Швеи. Какие швеи? Фабрики. Свет, какая фабрика? Швейная, Вася. Я понимаю, Свет, я говорю, какая фабрика? Ты понимаешь, что это такое? Это серьезное предприятие. Нет. Люди, зарплаты, налоги. Да. Полно проблем. А где стартовый капитал ты возьмешь? Никаких проблем, на законных основаниях. Беру кредит в банке. Значит, столько я уже поговорила. Там ничего не светит, она отказала. Нет. Надо пойти в какой-то другой банк. Свет, даже если тебе дадут кредит в банке, ты понимаешь, по какой причине? Потому что ты моя сестра. Намасте. Традиционное индийское приветствие. Руки на уровне груди и легкий наклон головы. Не нужно так низко наклонять голову, вы не челобитную бьете. Ладони соединены на уровне груди и легкий наклон. Если вы будете наклонять так, то вы этим покажете свое неуважение. Ладони соединены на... Мы не на утреннике, не надо хлопать. Ладони соединены на уровне груди и легкий наклон головы. И легкая улыбка, искренняя улыбка. Не надо так улыбаться. Хорошо, над намасте поработайте дома. После того, как вы поздороваетесь, на вас наденут цветочную гирлянду в знак приветствия. Куда вы суете голову? Вначале намасте. Да, запах, мягко говоря, неожиданный. Главное, не подавать виду. Ради 20 миллиардов я готов потерпеть. И самое главное, ни под каким предлогом не прикасайтесь к госпоже Шудхават ни к кому-либо из делегаций. Понимаете, исторически индийское общество разделено на множество каст. И если вы пожмете руку представителю одной касты после того, как вы пожали руку представителю другой касты, вы можете обидеть их обоих. Понял я, понял. Никого не трогать. Прекрасно. А теперь перейдем к чаепитию. Потому что у меня уже неплохо получается. Ты знаешь, у меня бизнес-проект. У меня море заказов уже. У тебя заказы есть? Да. Интересно, какие? А мы шьем. А вы шьете? Формы. Формы? Да. Кому? Всем. Армия. Армия. Полиция. Да, железнодорожники. Кто там? Пожарные. Пожарные. Олимпийки. Кому? Олимпийцам. Свет, хватит придуриваться. Ты понимаешь, чтобы шить форму госструктурам, нужно выиграть тендер. Кто тебе сказал, что именно ты выиграешь тендер? А кто? Я же твоя сестра. Я так и знал, понимаешь, опять эти родственные штучки. Я же тебя предупреждал, никакого кумовства, я этого не потерпел. Да, именно так, я ничего не начал. Вот так прям надо, только чакры, понимаешь, открыла. Куда ты? Бизнес куда? Тебя чакры, надо сорвать. Я кого я сорвал? Слушай, я тебя не трогал, за баба. Убил во мне? Я не убивал тебе никого. Послушай меня, пожалуйста. Я тебя предупреждаю, если я узнаю, что хоть один человек из этого аппарата имеет с тобой бизнес-делишки, я его уволю. Света. Слушай, что люди пошли? Наверное, кафе закрывается. Ты за кофеек рассчитаешься-то? Итак, Сергей Викторович, запоминайте. В чем же особенности индийского ритуала чаепития? Во-первых, ничего не принимайте и не подавайте левой рукой. Она считается нечистой. А ничего же я левша? Напоминаю, на кону 20 миллиардов. Хорошо. Все делаем правой. Второй момент. Масала-чай. Скажу прямо, напиток на любителя. Поэтому лучше не пить, а просто сделать вид, что вы пригубили. Оксан, ты когда-нибудь была в буфете в доме актера? Не приходилось. Так вот я там пил такое, что это твой масала-чай, это детский лепет. Все-таки советую сделать вид, что вы пригубили.
Ну и что ты хочешь нам показать? А что это? Президент приехал в стриптиз-клуб. Ну, приехал и что? Это необычный стриптиз-клуб. Широким спектром услуг. Все зависит от желания клиента и его платежеспособности. Ну хорошо, хорошо, давай посмотрим твой прямой эфир. Пришел одинокий мужик, смотрит на танцующую бабу, и что? Ну и баба-то никакая. Что за детский сад? Сейчас даже жены мужьям на дни рождения стриптизер заказывают. Здравствуй, Марина. Василий Петрович, зачем вы опять пришли? Ты прекрасно знаешь, зачем я снова пришел. Я не хочу. А я хочу. Ну как вы не понимаете, так, мне так, это так, не так, надо, так, мне так. Это неинтересно. Ты здесь не одна. Мне это уже у меня нет желания. А у меня есть. О, Господи, ну найдите себе кого-нибудь другого. Не буду. Помоложе, поглупее. Не надо мне поглупее, помоложе. Я не хочу. Да, Василий Петрович. Нет, ну кто мог подумать? Ну, смотри, ну что он сидит, ну? Я не хочу себе искать никого другого. Господи, но мне это не надо, вы понимаете? Я думаю, ты сама не понимаешь, насколько тебе это нужно. Я не хочу. А раньше хотел. Восьмой класс. Вспоминай, как ты хотел. Разве я заставлял? Я с тобой бегал. Я тебя просил о чем? Ты все сама решала, сама хотела, сама оставалась после урока. Мариночка, доченька. Я нормальный человек. Я нормальный. Ну давай, давай, соглашайся. Нет, Мариночка. Я еще раз. Ты не соглашайся, наоборот. За изнасилование больше дадут. Если она несовершеннолетняя, получишь премию. Ну и Вася лет 10-15. Ребята уходили все. Ты одна была не такая. Все уходили, ты оставалась. И умоляла меня. За уши меня оттащишь. Так хотела заниматься наукой. Зачем ты бросила исторический? Ради чего? Ради вот этого всего? Ты ведь шла на красный диплом. Ну а что я буду делать с этим красным Какой диплом? Исторический? Я не понял. Советская, что это такое? Простите, господа. Кто же знал? Ну, я думаю, ты понял, Кривицкий, что премия отменяется. Понятно. Я Савицкий. Ты дурак, Савицкий. Работай, а то пойдешь вслед за Кривицким. Нам нужен компромат. Что такое? Это как называется? Василий Петрович, асфальт спешки не любит. Мы работаем. Сметы, тендер, то-се. Слушайте, какое то-се? О чем вы говорите? Когда начнутся работы? Работы уже идут, но только подготовительные. Мы закупили новую технику. Клинкер, битум, портланд, цемент. Да, он действительно много закупили. Новый Вайбах. Майбах. Новую яхту Роял Мартин. Роял Марин. И новый Харли Дэвидсон. Уверен, что вы, как новый министр инфраструктуры, не повторите ошибок своего предшественника. Конечно, Василий Петрович, не волнуйтесь, я все ошибки учту. Сколько? Что сколько? Ну, ваша доля. Я думаю, что вы, как новый министр инфраструктуры, меня не подведете. Василий Петрович, сделаю все, что смогу. Итого новый министр смог купить пентхаус в Лондоне, небольшую виллу в Испании и маленький замочек в Шотландии.
Замочек. Э, как сказали? Ты-то говоришь, что я журналистам должен все время объяснять, что ты имел в виду. Кто имел в виду? Да ты... Иди работай. Пошел. Я надеюсь, что вы, как новый министр инфраструктуры, серьезно отнесетесь к возложенным на вас обязанностям. Конечно, Василий Петрович. Уже не терпится начать. Начал он хорошо. Дом в Кончей Заспе, квартира на Липках, Мазерати Гранд Туризма, катер Монтерей. Здесь сейчас все правильно сказали. Сейчас все правильно сказал. Пускать, я уже ни на что не надеюсь. Я просто молю Бога, чтобы вы, как новый министр инфраструктуры... Василий Петрович, да я бы... Тетька, не надо. Господин президент, не волнуйтесь. Вы же меня знаете. Я не подведу. Я вам такие дороги сделаю. Лучше, чем в Америке. В Америке? Да. А еще дом в Гавайях. Квартира в Лондоне. 2 кубика. 5 слитков золотом. 10 сумок Эрме. Спортивный, эксклюзивный костюм Фенди за 10 тысяч долларов. Тетя Катя побила все рекорды по жадности. Зачем ей все это? А это не ей, это дочери. У тети Кати отдельный список. Господи, дорог не будет. आज जमा दे इधर में आता है ना तो बहुत बहुत शुक्रिया примите эти цветы в знак глубокого уважения thank you very much танцы у вас классные в Индии движение красивое у нас в Украине тоже похожие танцы у нас в Украине चलो इधर में बैठेगा прошу садиться правую. Ну? Первыми говорят хозяева. А что, идар мя атайна, бот-бот бро жукрия. Украина, Индия, бизнес, агме, бот-бот броэга. Хочу выразить надежду, что в ходе сегодняшней встречи Украина и Индия выйдут на новый уровень отношений. Будьмо! Намасте. Здрасте, во-первых. Пожалуйста, молодец. Меня зовут Николай Гринюк, Киев Отрадный. Очень приятно. Я хотел бы задать вопрос по поводу сноса старых и ветхих зданий. Хотите снести Отрадный? Ну, не совсем. Скажите, пожалуйста, как будут решаться проблемы с расселением жильцов, которые живут вот в таких вот домах, которым нужен капитальный ремонт? Будем выделять новое жилье. Новое обещание, Василий Петрович. А что с дорогами? Ваш, Яночка, сарказм понятен. Но вы же знаете, что эта проблема уже четверти века. В общем, я не первый, который со своей командой пытается хоть что-то сделать с дорогами. Просто проблема была в людях, которые управляли этим процессом. Ну, Василий Петрович, вы сейчас пытаетесь снять себе ответственность? Нет, я не снимаю, еще раз я вам говорю, ответственность. Я просто пытаюсь вам объяснить. А может быть, хватит объяснять? Вы покажите. Власть нам все объясняет, рассказывает. А дороги как не было, так и нет. Такое впечатление, что вам там укол делают после выборов. Жил-был честный украинец, патриот, выбрали. Стал хитрым, скользким, вороватым. Хохлом. Вы считаете, он стал хитрым, скользким, вороватым хохлом? А может быть, он и был таким хохлом? По-вашему, хохлами рождаются? Нет, я считаю, что украинцы не рождаются хохлами. Я считаю, что мы все с вами рождаемся украинцами. И раз мы родились, значит, мы как-то это заслужили. Или мы, или родители, или предки наши, неважно. И этот человек, я уверен, был рожден украинцем. Маленьким, пухленьким, развощеким украинцем. 3,5 килограмма. Вопрос в другом. Как из этих...
3 килограммов, вот так превращается человек в 100-килограммового хохла. Как это происходит? А я вам объясню. Мы сами виноваты. Вот такие, как вы, Яна, как я, как мы все. Мы сами виноваты. Все начинается в роддоме. Родился этот мальчик, нужно занести. Занести обязательно. Надо дать врачу. Не дали, залезай обратно. А потом мы этого ребеночка приносим домой. И там этот ребеночек еще украинец. Как только начнет мотать на ус, станет хохлом. Что он видит? Первое, папа. Папа сидит, естественно, смотрит телевизор и говорит, да во всем виноваты. Эти козлы, эти скоты, эти политики. Черт вы, между этим пересчитывает 200 гривен, который вчера заработал на пикете, когда стоял за этих же козлов и вонючих депутатов. Это нормально. Не стоит папа, стоит кто-то другой. А что это кто-то другой должен взять эти... Вороватые бабки. Почему не я? Думает пап. Ребенок наматывает на ус, и наш украинец по чуть-чуть начинает превращать своего папу в этого хохла. Но по чуть-чуть. Не все потеряно. Вы думаете? Все потеряно. Есть дядя. Дядя из Авира. Тетя из БТИ. И все устраивают мальчика куда? В школу. Дорогую школу. Не, дорогую. Именно дорогую школу. И заканчивает очень хорошо ребеночек школу. И едут все отдохнуть на Днепр. Аттестат получили. Одни пятерки, конечно. Почему нет? Шашлычок, коньячок. Очень вкусно. А мусор? Мусор хохлы уберут. И в этом приподнятом настроении поступаем мы в институт. Все те же помогают решать. И после института куда мы едем? На Днепр. А что ж там в загашнике? А что ж там везде этот мусор? Тут же табличкой прибито. Не мусори. Кто ж тут на мусоре? Чё же эти хохлы не убирают после себя? И в хорошем настроении на новой Хонде, подаренной к выпуску из института, мчит наш уже полухохол полуукраинец по ночному Киеву, там, где нет дорог. И абсолютно насрать, извините меня, на людей, которые в это время спят. Пришли с ночной. Или мать, которая уставшая на двух работах, чтобы прокормить своего ребенка, только-только укачала пацана. Он мчит в будущее. А будущее не за горами. 20-25 лет он станет депутатом. И превратится наш украинец в 100% чистокровного хохла. И все у него будет хорошо. Правда, детки будут учиться в Швейцарии. Не здесь, ну что подальше от хохлов. Отдыхать он будет уже не на Днепре, там же уже он насрал. А вот на Мальдивах, ну что подальше от хохлов. Квартирку себе купит дед в Лондоне, тоже что подальше от хохлов. Подальше от этого всего. Не мое. Вот такая загадочная у нас хохлядская душа. Есть еще вопросы? Дорогие мои украинцы.